То есть если их ставить вот, знаем, допустим, так вот. И этого уже достаточно, Авитус. Если мы не сможем так, не теряем время. Завода, мы потеряем завод. Так, теперь понять. Ага. Отсюда, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. А мы пока тут. Видите, как удобно. И усиливаемся. Бабах. Сюда. Уже разбили нам укрытие. Так, у нас тут пока... Есть возможность. Есть. Что там у нас? Эх, блин, ты посмотри. Поближе надо. Так, ну мы там все делаем, чтобы немножко выиграть времени. Смотрите, сейчас у нас где-то тут скопление противника должно быть. Точно. Так, вот так вот. Сюда ставим, отходим. Все, значит, не забываем восстанавливаться. Так, что у нас тут? Смотрите внимательно. И баба. Улетели. Эти уже вон пошли. Они уже несут потери. Мы сейчас еще рейд небольшой здесь сделаем. Так, тактика чуть-чуть поближе. Эти должны подальше держаться. Вот они у нас, красавцы. Ведьма. Кого это он увидел? Ага. Смотрите. Опля. А, хороши. Ладно. Куда, куда, назад? Да-да-да-да-да, вот. Еще раз. И... Отлично. Прямо отлично. Так, хорошо. Есть еще. Ну и смотрите, тут еще в чем прикол. Например, можно сделать вот так. Смотрите, видите, уничтожили моего. Все. То есть, даже учитывая, что на возвышенности он был, все равно. Так, еще здесь чуть-чуть. Так, здесь вот будет чуть полегче, я так думаю. Надо, да, тактика чуть вперед. Чуть-чуть согреб на себя. Что у нас тут? Так, ну и вот здесь прям
Прям идеальная цель. У нас уже энергия заканчивается. Жестко, жестко. Отлично. Тут, конечно, для тех, кто будет играть впервые, там неопытные игроки, им будет сложно разобраться, что здесь происходит. Ну, вот это вот пауки варпа. Они телепортируются куда угодно. Но, правда, на небольшой радиус. Примерно как телепортируется наш командир. Вот видите, то же самое. Раз. Так примерно и они. Так, ну что, нам надо уже возвращаться. Отлично. Так, что тут еще? Один отряд. Ага. Вот это плохо. Да. В этот раз уже повеселее. Ладно, в общем, мы их уничтожили. Надо теперь очень быстро возвращаться. Сейчас, наверное, даже очень быстро. Да, да. Идем сюда. Все. Вызываем. Прошел, прошел. Не прошел. Отлично. Да. Орбитальная эта сила. Не понял, а куда ты? А, он отбежал, видите, куда? Ко второму объекту. Это была моя ошибка. Возвращайся во тьму. Вот в чем дело, блин. Отличный командир. Видите, куда он побежал? Он не сюда побежал, хотя он уже здесь находился. Надо, видите, если даете команду бежать, только когда уже... Забежали за бункер вот этот, который я показывал только что. Ну, не важно, тут, конечно, одна ошибка была допущена, случайная. Вот, остальное все более-менее нормально. Плюс мы сильно много там лазили в тылу скаутами. Если скаутов сосредоточить на одном направлении, то еще быстрее будет. Литейный завод под контролем, командор. Мы не знаем, зачем Эльдарам понадобилось... Ну, вот такая ситуация, видите. То есть... Миссии мы выполнили. Теперь появляется новое. Но здесь уже запас. 2 дня. Здесь тоже 2 дня. Вот. И здесь 2 дня. 3 новых миссии. Вот. Которые надо выполнить. И следующие миссии по защите. Выбирайте любую, где удобно обороняться. Ну, в данной ситуации удобнее всего на Калдерисе обороняться. Там такая местность подходящая для этого. Вот. И генераторы спрятаны неплохо от противника. То есть там проще держать оборону. И там проще получить, соответственно, дополнительные высадки. То есть вы тратите сюда одну дефолтную, скажем так, высадку. И еще 2 зарабатываете. Как раз хватит, чтобы в этот день выполнить эти миссии. Ну, потом, конечно, придется как-то там уже... жертвовать какими-то из объектов, чтобы к следующей миссии приступить. Вот. У нас еще тут есть много разных вариантов с оружием, которые можно использовать, поэтому
собственно говоря, нам спешить особо некуда. Да, есть у нас еще что тут опробовать. Еще разные комбинации. В этот раз, как видите, мы использовали огонь по площадям. Очень неплохо сработал. Главное использовать его правильно. Ну и в комбинации с оглушающей световой гранатой, светошумовой, да, правильно говорить. Вот, оно, в общем, замедляет противника, и вы в это время можете использовать огонь по площадям куда более эффективно. И это как бы такая оборонительная подборка. Мины ставите там на основных подходах. И дистанционная взрывчатка в самых таких важных местах. Вот, иногда очень неплохо срабатывает. Ну, в принципе, все, вот то, что надо. Но опять же, объясняю в который раз тем, кто не понял. Все это будет работать с максимальной маскировкой, то есть когда вы можете использовать свои навыки скрытно. Вот, как видите, здесь все это прокачивается, но это у нас уже будет отдельный разговор. Вот, про скиллы скаутов в отдельном видео. Ну а на сегодня все, если понравилось, не забудьте поставить лайк, и до новых встреч, пока.